Потім рись пройдем мимо. Спят, видишь, уже спят рыси. Давай посмотрим, что тут написано. Что, граждан, куда по газону? Граждан, там солнечный годинник. Ой, смотри, солнечный годинник есть. Номер 3. Вот. Вот это вот солнечный годинник. Вот. Да. Обернись. Видишь? Солнечный годинник? Да, вот это вот солнечный годинник. Видишь, где часы показывает? Нет, вот, смотри, вот. Стоит. Видишь, тень бросает? Да, я не вижу. Вот, видишь, эта статуя стоит? Да. Видишь, она бросает тень? Да. Видишь? Это и есть часы. Это часы? Да, по солнцу. Вот солнце, когда выйдешь, ты увидишь. Вот нужно стоять где? Вот здесь вот ты стоишь и смотришь на часы. Там и сейчас сколько часов, цифры. Андрюша? Сколько сейчас часов? Наша посмотреть на римские. Сколько сейчас часов? Иди посмотри на римские часы. А ты сюда можешь заходить? Да, можно. Где тень? Три часа, да. Понял, как классно? Я солнечный годинник. Так, пойдем посмотрим еще, что тут есть интересненького. Видишь, надо описание читать, потому что можно пропустить. Что тут римские? Что? Ну, показывай. Давай еще попереди. Давай. Солнечный годинник. Біжучий перун. О, ми тут були. Мавка і чугайстер. Передгражний вертеп. По газону не ходить. Так. Перун, мавка і чугайстер. Вертеп, водоспад, ставок, дитячий майданчик, млин. Десяте не були. Де десяте? Десяте. Щось я не бачу зовсім. Ти бачиш? Одинадцяте бачу. Дванадцяте бачу. Де ж десяте? Щось в мене з зором, чи вони його не позначили. Ти бачиш чи ні? Ну, добре. Млин. Леопард. І рись. Оце рись, а там є леопард. Пішли подивимося леопарда. Леопард де? Ну, наступна клітка, то я буду леопард. Пішли подивимося. Може, блина ще не поставили. Може, його ще не поставили, тому і не позначили. О, ось, напевно, млин. Ні, це вертеп. Вертеп? Угу. Ми тут вже були, так? Так, були. Це вертеп. Це рожками. Український халун, то я вертеп. Так, пішли до леопарду. Ось леопард. Шашлик. Це вражна. Дика тварина. Андрю, не злякайся, якщо що, добре? Що? Так. Він, мабуть, спить. Немає ніде? Мабуть, спить тихенько.